Яркая, просторная, с бассейном и большим спортивным залом. Так видит будущую пристройку Варвара, ученица лицея номер 21. Ее рисунок выбрал коллектив школы, чтобы сохранить его в капсуле времени. Мы хотим, чтобы там был бассейн, площадка, стадион, чтобы после школы дети играли там. Капсулы времени – символичный знак. Они положили начало строительству 50 школ по поручению губернатора Московской области. В Химках расширят две образовательные организации – в микрорайонах Сходня и Подрезково. Новые здания будут просторными, рядом сделают зоны для отдыха, игр и спорта. Это поэтапные системные проекты ликвидации вторых смен. Это программа губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Это типы, выбранные не случайно, а выбранные в связи с тем, что именно здесь у нас нехватка школьных мест. И у нас остров вопрос ликвидации второй смены. Новая пристройка лицея номер 21 рассчитана на 200 мест. По проекту это здание начальной школы. Ее строительство планируют завершить в следующем году. В этом здании будет 8 учебных кабинетов. Кабинет для уроков музыки, игровая комната, 2 спальные комнаты, спортивный зал, столовая на 400 мест и современный медицинский блок. Учителя, учащиеся и родители счастливы, что мы участвуем в президентском национальном проекте «Современная школа». Капсулу времени в школе номер 20 заложил глава городского округа Дмитрий Волошин. Вместимость этой образовательной организации увеличится почти вдвое.